Итого, смотрите, я только вчера создал ТикТок и перезаливал иностранные видео. У меня здесь уже такие приличные просмотры. И это мне всего лишь за день принесло $32.72. А это, между прочим, 2400 рублей. И давайте я их сейчас выведу. Всем привет, с вами Мистер Инго. И сегодня я вам покажу просто бомбический способ заработка на ТикТоке, с которым справится абсолютно любой из вас. Ведь он не требует никаких вложений, никаких специальных навыков и даже не надо ничего снимать. Все намного проще и делается буквально за пару кликов. Так что каждого из вас сейчас обучу по шагам этому заработку, и уже сегодня каждый из вас заработает и выведет первые деньги. Так что смотрите видос до конца, ведь там вас ждет офигенный бонус, и, конечно же, ставьте лайк, ведь чем больше лайков, тем быстрее выходит следующий видос, так что лайк влупляем и начинаем. Итак, первым делом заходим на сайт shrelink.top, ссылка на него есть в закрепленном комментарии. Здесь можно сократить абсолютно любую ссылку, и за переход по этой сокращенной ссылке вам заплатят реальные деньги. Сколько вам заплатят, зависит от того, с какой страны был человек, который по этой ссылке перешел. Вот смотрите, если человек перешел с России, то вам за 1000 переходов заплатят $4.90. Если же люди были с Америки, то вам заплатят $9, то есть в 2 раза больше. И сейчас я вам покажу, как привлекать просто 1000 американцев по вашим ссылкам, при этом вообще не разбираясь в английском. В общем, приступаем и берем в руки телефон. Итак, первым делом создаем TikTok аккаунт на английском на тему фитнеса. Я его назвал «Бесплатные тренировки». Все, естественно, переводим через Google переводчик. И теперь ставим на аватарку что-то на тему фитнеса. Ну вот, как-то так, например. В принципе, все, готово. И теперь сюда мы будем перезаливать чужие иностранные видео с ТикТока с тренировками. И для этого начинаем их искать, друзья, по запросам. Там фитнес, тренировки, все это делаем на английском. И список этих запросов, друзья, я оставлю под видео, чтобы вам было проще. Давайте начнем с запроса фитнес. И ищем здесь, друзья, видео, чтобы они были именно с английским названием и с английским описанием. Ну вот, например, какая-то тренировка, здесь все расписано. И нам теперь необходимо это видео скачать. Для этого жмем поделиться и копируем ссылку. Для этого, друзья, идем в бесплатного телеграм-бота под названием TTSafeBot. Ссылка на него тоже будет в закрепленном комментарии. И вставляем сюда эту ссылку. Отправляем, и все, бот нам скидывает видео. Мы это видео открываем и просто нажимаем сохранить в галерею. Все, видео скачано. И теперь, друзья, загружаем это видео в TikTok. И на самом видео нам нужно сделать несколько надписей на английском. Пишем в переводчике «больше тренировок» по ссылке в профиле. Вот он нам выдает перевод, мы копируем. И вставляем это в видео, которое мы собираемся загрузить. Делаем это вот так. И, соответственно, все. Отлично. Публикуем видео. И в описании пишем абсолютно то же самое. И теперь, друзья, обязательно проставляем хэштеги на английском. Тоже фитнес, тренировки, упражнения и так далее. И все эти хэштеги я также, друзья, дам вам списком под видео, чтобы вы долго не мучились. В общем, там все будет готово, я их сейчас проставлю. В общем, все готово, нажимаем «Опубликовать». Все, друзья, видео у нас залито с иностранными хэштегами, теперь нас будут находить иностранцы, американцы. И самый теперь важный момент. Необходимо, друзья, поставить ссылку в профиль, ту самую ссылку, за которую нам будут платить. Многие знают, что на ТикТоке можно поставить ссылку только после достижения аж 1000 подписчиков. Но сейчас, друзья, я вам покажу один офигенный лайфхак, как поставить ссылку, если у вас даже 0 подписчиков. Для этого, друзья, жмем на 3 точки, управление аккаунтом, переключить на про аккаунт, и здесь выбираем бизнес, жмем далее и выбираем категорию в зависимости от того, по какой теме вы делаете ролики. Ну, у нас про фитнес, это можно сказать стиль жизни, поэтому нажимаем далее, нажимаем изменить, и все, друзья, смотрите, у нас появилась возможность ставить свой веб-сайт, то есть абсолютно любую ссылку. При этом, друзья, у нас 0 подписчиков. Так вот, какую же ссылку теперь вставить? В переводчике пишем «бесплатные тренировки» или там «бесплатные программы тренировок», «упражнения там для похудения». В общем, что-то на тему фитнеса. Копируем этот запрос. Вставляем это в Google и находим какую-нибудь интересную статейку. Вот, допустим, сайт, здесь просто тысячи каких-то бесплатных тренировок. И, соответственно, просто копируем ссылку на этот сайт. И дальше идем на сайт shrelink.top, о котором я вам рассказывал в самом начале. Вставляем эту ссылочку сюда. Нажимаем «Сократить». Все, вам выдается сокращенная ссылка. Если кто-то по ней перейдет, то вам, друзья, заплатят деньги. Напоминаю, что за 1000 американских переходов по этой ссылке заплатят приблизительно $9. А это, между прочим, практически 700 рублей. И просто, друзья, вставляем эту ссылочку в графу «Веб-сайт». Нажимаем «Сохранить». Все, готово. И как видите, ссылка у нас в профиле. Никаких 1000 подписчиков дожидаться не надо. Все делаем абсолютно с нуля. Собственно, люди будут смотреть видос, переходить по этой ссылке, и мы будем зарабатывать. В общем, перезаливаем так как можно больше видео.
Собственно, все, друзья. Видосы залиты, они качественные, есть английское название, хэштеги и самое главное, это наша ссылочка. И теперь эти видосы, друзья, сами по себе начнут собирать просмотры, а люди будут, соответственно, по этим ссылкам переходить, и мы будем с этого зарабатывать. Я сейчас, друзья, даже продолжу перезаливать видео, ведь чем их больше, тем лучше. И давайте посмотрим, сколько мне удастся заработать, ну, скажем, давайте подождем сутки. Сейчас у нас 23 число, 11 часов, так что, скорее всего, уже вернусь завтра. Но вы, друзья, обязательно ставьте лайк за такую годную схему, которая содержит кучу в себе интересных лайфхаков. В общем, я продолжаю перезаливать и уже вернусь завтра. Итак, вот, друзья, я залил еще буквально 5 видео, сел отдохнуть, налил себе чайку, думал, сейчас перекушу, захожу, смотрю, а уже первые видосы начали собирать свои просмотры, они собирают буквально там по 20, 30, 50, ну, какие-то 100 просмотров, и, друзья, мне уже за это набежало 94 цента, по нынешнему курсу это уже 70 рублей, хотя всего-то, друзья, прошло, ну, меньше часа, я просто залил видосы и думал отдохнуть, а деньги уже пошли, вот что значит, когда тебя смотрит зарубежная аудитория, которая максимально платежеспособная. Ну, в таком случае, давайте просто ждать завтра, и, соответственно, я вам все покажу. Итак, у нас уже, друзья, прошли сутки, сегодня 24 число, напоминаю, начал я это все 24-го. Итого, смотрите, я только вчера создал ТикТок и перезаливал иностранные видео, у меня здесь уже такие приличные просмотры, и это мне всего лишь за день принесло $32.72, а это, между прочим, 2400 рублей, и давайте я их сейчас выведу. Действительно, друзья, мои видосы собирают совершенно разные просмотры, какой-то собрал 200, где-то вообще выстрелил на 1000, какой-то вообще собрал всего лишь 80 и никуда не пошел. При этом у меня даже появились первые подписчики, первые лайки, и, соответственно, люди переходили по ссылкам, и мне уже набежало $32.72. Ну и, собственно, что тянуть, друзья, давайте выводить, вывести с этого сайта можно на Kiwi, на всеми любимые Payeer, на банковские карты, на Perfect Money, WebMoney, Bitcoin и PayPal. Минималка на выплату $10, то есть приблизительно 700 рублей, мы ее с лихвой преодолели, давайте выводить на Kiwi, Kiwi я указал. Я с этого сайта уже неоднократно выводил, вот мои прошлые выводы, поэтому давайте нажимаем вывод средств, здесь списывается сразу вся сумма-то, все, ваша выплата отправлена на рассмотрение, вот она, $32.72, сегодня 24 числа в 11 часов она отправлена, обновляем, чтобы обновить, зафиксировать, и как только, друзья, деньги к нам, соответственно, упадут, я вам сразу все покажу, обычно здесь деньги приходят в течение нескольких часов, поэтому как только, так сразу. И вот, друзья, деньги пришли ко мне на мой Kiwi кошелек. Как видите, по времени, друзья, выплата пришла где-то приблизительно спустя 4 часа. И чем мне нравится этот сайт, то что здесь все приходит без комиссии. 2400 мы заработали, 2400 пришло. Как видите, приходит все в рублях, хотя на сайте все указывается в баксах, поэтому за это вообще не переживайте. Еще раз обновляю, чтобы доказать, что это там не какой-то скриншот. В общем, все, деньги лежат на моем Kiwi кошельке. Вот такая вот схема, как видите, не нужны какие-то сотни тысяч просмотров. Достаточно просто, чтобы видео начали собирать хотя бы какие-то минимальные просмотры, а за счет того, что смотрят американцы, мы на этом очень нехило зарабатываем даже с такими маленькими просмотрами, потому что нас смотрит платежеспособная аудитория. Так что, друзья, пробуйте, можете перезаливать вообще видео на другие темы, и скажу вам даже больше, если хотя бы одно там видео выстрелит, то все, считайте, деньги вам начнут капать на пассиве. Ну и, конечно же, бонус, друзья. Под этим видео я разместил ссылочки на офигенные схемы заработка с ТикТоком. Они настолько же простые, как схемы из сегодняшнего выпуска, поэтому можете пересмотреть их все, возможно, какая-то вам приглянется больше всего. Ни одна из этих схем не требует никаких-то вложений или специальных навыков, все максимально просто, поэтому переходим по ссылкам в описании, смотрим и зарабатываем. Видос на этом подошел к концу, я уверен, что эта схема вам понравилась, ведь она максимально прибыльная и при этом супер простая. Поэтому, друзья, обязательно поставьте лайк, кто это еще не сделал, напишите любое свое мнение в комменты и, конечно же, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику, чтобы не пропускать следующие не менее интересные и уникальные способы заработка. С вами был Мастеринго, всем удачи, пока!